Спасибо. Это было классно. Ездить в багажнике, биться обо все углы. Сюда. Я в восторге. Так, ты объяснишь мне, что происходит? Мы спасли тебя не просто так, Дезмонд. Ясно. Нам нужна помощь. Для чего? Искать очередные сокровища? Абстерго заменит яблоко Эдема. Карта, которую ты нашел, тому подтверждение. А ассасины, они сделают все, что в их силах, но... Что? Мы терпим поражение, Дезмонд. Тамплиеры слишком сильны. Каждый день мы теряем кого-то из наших. Все равно не понимаю, при чем тут я. Мы обучим тебя. Ты станешь одним из нас. Ты же видела меня в деле. Я ничего не умею. На это уйдут месяцы, нет, годы. Нет, ты забыл про анимус и эффект просачивания. Но я же простой парень. Иногда большего и не нужно. Так вот почему вы нашли моего предка. Как там его зовут? Эцио? Если ты пойдешь по его следам, то научишься всему, что умел он. За несколько дней ты приобретешь многолетний опыт. Ты вытащила меня из Абстерго просто для того, чтобы сделать из меня ассасина? Дело не только в этом, но сейчас у нас нет времени на разговоры. Просто верь мне. Ладно, уговорили. Что именно вам нужно? Правда? Ты уверен? Ты же радоваться должна, разве нет? Извини, просто я немного удивлена. Я всю дорогу думала, как мне тебя убедить? Забудь. Я горю желанием посчитаться с этими ублюдками из Абстерго. Спасибо. Люси, у тебя получилось. О, какими судьбами! Боже, ведь 7 лет прошло невероятно. Да уж, добро пожаловать. А, так это и есть наш знаменитый объект 17. Дезмонд Майлз, верно? Кто вы? Где же мои манеры? Прошу прощения, я Шон Гастингс. А это Ребекка Крейн. Рада знакомству, Дезмонд. Что ж, мы отлично поболтали, а теперь, Дезмонд, давай перейдем к делу. Время дорого, а сейчас и подавно. Люси, у нас уже все готово. Только скажи, и мы начнем. Вот, это тебе. Сувенир из Абстерго. О, блок памяти! Невероятно! С их данными дело пойдет гораздо быстрее. Я сейчас же займусь кодом. Эй, Дезмонд, как дела? Я все думаю, что ты здесь делаешь? Забочусь о малышке. Поддерживаю ее в рабочем состоянии. Малышка? Ты об анимусе? Я предпочитаю называть ее анимус 2.0, так как малышка в 2 раза лучше любой машины Абстерго. Может, у тамплиеров денег побольше, чем у нас, но зато у них никаких амбиций, никакой страсти. Мои устройства гораздо лучше, чем изобретение тамплиеров. И к тому же быстрее. Ладно, как будешь готов, садись, и мы начнем. Мне нужно еще кое-что поправить. Зачем нужны все эти штуки? Эти штуки, Дезмонд, сущая ерунда. Просто железки, на которых держится вся наша операция, знаешь ли. Поддерживать все в рабочем состоянии не так уж просто, так что извини, ознакомительного тура не будет. Шон заведует нашими архивами. Это что-то вроде цифровой библиотеки. Пока ты будешь в анимусе, он подстрахует меня тут. Если займете что-нибудь интересное, людей, места, события и так далее, сообщай нам, и Шон даст тебе справку из базы данных. Да, но я занимаюсь не только базами. Еще я предоставляю тактическую информацию другим ассасинам. Знаешь, тем, которые делом занимаются. Рискуют жизнью и все такое. Привет, Дезмонд. Не лезь. Извини, мне некогда. Эй, слушай, я хотел поблагодарить тебя и извиниться. Извиниться? За то, что произошло в Абстерго. Это было просто... Я был не готов. Все нормально. Нет, я столько испытал. Узнал, что тамплиеры еще существуют, об их планах. Что сделано, то сделано. Сейчас ты здесь, остальное не имеет значения.
У меня видение. Я вижу странные символы. В спальне, шифр на клавиатуре, как у Альтаира. Это эффект просачивания. Ты получил не только воспоминания своих предков, но и их умения. В данном случае орлиное зрение. Умение? Ты стал более наблюдательным. Если все пойдет хорошо, ты узнаешь все, что Эцио узнает в Анимусе. Думаешь, это сработает? Я в самом деле стану ассасином? Ты уже ассасин. Ты просто станешь лучше. Надеюсь, что гораздо лучше. Я же видел эти пленки из Абстерга. Ты даже не попытался бежать. Вот козел. Извини, Дезмонд, но у меня дела. Поговорим позже. Так как это работает? Конечно. Глубокий вдох. Что, малыш, больно было? Шон! Ну? Вот так. Insieme per la vittoria! Insieme! Тише, друзья мои! Тише! Спасибо! Знаете, что привело нас сюда? Честь! Вьери Паци оклеветал мою семью и свалил на нас вину за свои преступления. Если... Что ты мелешь, Грулло? Добрый вечер, Вьери. Мы как раз говорим о тебе. Не ожидал увидеть тебя здесь. Обычно Паци действуют чужими руками. Это твоя родня зовет стражу, попав в беду. Боишься сам взяться за дело, трус. А твоей сестре понравилось, как я тогда за нее взялся? Убейте его! За ним! Эй, обернись. Федерико, что ты здесь делаешь? Хотел узнать, научился ли мой братишка драться. А, Иви? Стиль у тебя есть, но здесь главная выносливость. Посмотрим, скольких ты сумеешь одолеть. Немедленно!
Назад! Назад! Стой! Мы же почти победили! Твоя губа. Просто царапина. Это решит доктор. Это ни к чему. Кроме того, мне нечем заплатить доктору. Все спустил на вино и женщин, а? Не спустил, а потратил с пользой. Дашь мне в долг? Или ты тоже все спустил? Обыщи их. В их карманах что-нибудь да найдется. Va bene, достаточно. Уходим, пока не явились стражники.